Партнер – кофейня Bubble Time. Вкуснейшие вафли с начинками в пузырьках. Всем привет, это программа «Эх, дороги» и ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные, пока что летние пермские дороги. Готовы? Тогда поехали. Один из моих любимых участков. Новую дорогу открыли между проспектом Парковой и улицей Подлесная. Заезд к торговому центру. Как мы видим, здесь есть соответствующий знак. Кирпич. Проезд запрещен, но он почему-то не всех останавливает. Когда еще здесь стоял бетонный блок, дорога не была открыта, а знак уже был, я был за автомобилистов, потому что действительно какая-то была неразбериха, и они здесь спокойно поворачивали. Но сейчас-то почему нарушают правила дорожного движения? Друзья, ну чтобы не казаться таким вот правильным, мы все-таки попробуем разобраться, что здесь не так. Может быть, заездов мало к торговому центру? Некоторые, видя нас с камерой, разворачиваются, а некоторые лицо кирпичом и проезжают. У меня такое ощущение, что просто многие не смотрят на этот знак и не знают, что он вообще здесь есть. Нарушают в основном автомобилисты и те, кто движутся по улице Подлесной со стороны шоссе Космонавтов. Они поворачивают на новую дорогу и там под кирпич, на мой взгляд, по привычке. А нужно-то проехать 100 метров, и вот, пожалуйста, цивилизованный по всем правилам проезд к торговому центру. Те, кто движется со стороны Паркового по Подлесной, здесь, конечно, не могут поворачивать, двойная сплошная, но на светофоре налево на новую дорогу, и там тоже не нужно нарушать правила дорожного движения. Сейчас покажем. Ну а сейчас мы находимся на противоположной стороне. Так вот, о чем я и говорил. Если кто поворачивает с Подлесной налево на новую дорогу, проедьте буквально 50 метров. И здесь беспрепятственно можно повернуть к торговому центру. Я, если честно, не понимаю, что тут сложного. Может быть, конечно, для меня нет ничего сложного, потому что я здесь часто бываю. Ну, тогда нужно руководству торгового центра делать специальные стенды со схемой движения. Ну, а как иначе? Люди нарушают правила дорожного движения. И с этим надо что-то делать. Уважаемые автомобилисты, если когда-нибудь на этом участке встанут сотрудники ГИБДД, оправдаться не получится. Вот такой вот неутешительный вывод. Давайте соблюдать правила. Целее будем. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Совсем скоро увидимся. Хорошего всем летнего пока еще настроения. Ну и, конечно же, удачи на дорогах. Пока!